Мы регулярно рассказываем об обстановке в Израиле. И вот стало известно, что 15-летний израильтянин погиб на сирийско-израильской границе. Ранения получили еще 4 человека. Их автомобиль взорвался. Израильские официальные лица пока не готовы сказать, что было заложено – взрывное устройство или попадание снаряда с сирийской стороны. Однако уже названо случившееся спланированной акцией. В ответ на обстрел израильской территории армия обороны Израиля Цахал нанесла артиллерийский удар по целям в глубине сирийской территории.